Гольницу ее отдать. Еще что? Договоритесь там как-нибудь больше. О, 4000. Я могу наконец построить этот порт. Квартал иноземцев, да? Или ну его нафиг пока. Лучше для экономики что-нибудь построить. Что-то такое. Требуется... А, это военный. Нет. Так, у меня войска-то тут есть. Шпиончики наши, шпиончики. Вот самое время сейчас ставить. Самое время. Ох, йога, ко мне все относятся хреново. А чё ты? Всех разные, но другая религия. Все дела. Ну, я там такая же фигня, ты уж полуострова оккупировал. Ко мне? Давай посмотрим ко мне, как все относятся. Мировой агрессор ты там. Так, Такэда со мной дружит. Хатакаяма со мной дружит. И Ходзя равнодушие. Временно. Не хотят они торговать. Мощь сильная. У меня все равно мощь слабая. А, нет, сильная. Скромная. Процветание скромное. Флот надо отстраивать по новой. Забирать все обратно точки. Ох, ёперный бабай. Чё там у тебя? Ядрить, смотрите, ты где они напали, я понять не могу. Они выследили, походу, огромную, преогромную армию. Да? Говори, что я выбирать, а то я... Осада идет пока. Что выбирать-то? А у тебя какие решения? Компьютер. Расчеты токов у меня есть. Есть заменить и я могу просто смотреть. Там в правом не могу есть отказаться от атаки, нет? Нет. Это бот нападает, не я ведь. Ну нажми там и какой-нибудь. Так, смотреть, короче, чтобы. Да нафига смотреть, я в бою-то не участвую. То есть. Ну то есть, будем смотреть, как компьютер упасит. Нет, так если я нажму наблюдать, то там ты сражаться будешь. Ну жми что-нибудь, посмотрим, короче. Так, у тебя есть шанс. Да. И что-то подлагиваешь. Ну, наверное, что-то прогружалось в бою. Да иди сюда, пенёк, блин. Что-то так подлагивает, подвисает иногда. Да, лучников так тут режет. Что не стоит, ни хрена не делает? Тут имбецильные лучники попались. Они вообще не реагируют ни на что. Вот. Отражаем атаку. Среагировали, блин. Самураи пошли резать. Ебать. Блин. Все, с этой стороны отбили. Почти, вторая волна. Погнали, резь. Эти какого хрена сидят, микроны.
Это кто такие? Копейщики, сюда. Да бегите, ты бецилы, блин. Ну пока генералы полезут. Чё? Генералы полезут сейчас. Не вижу. Ух ты, в рукопашном они опасные будут, сволочь. Пойду встану, чтоб не залезли. Так. Ну да, действительно, атаку мы почти отбили, пока на равных судьбах. Ну, генералы со всех сторон лезут. Да, они какие-то жесткие прям. Они уже 10 человек убили. У меня их и так 45 было. Как вы убиваете? А, еще одного зарезал. Вольни этих уродов. Я туда кидаю копейщика свободы. А я почти добил их. У них осталось 9 человек в отряде генерала. Сейчас генерала зарежу. Чур, голова моя. Забирай. Во-во-во, вот он, вот он. Вот он, убиваем. По-моему, я генерала убил, посмотри. Нет, не было сообщения. Кого это убил? А, минус, еще нашего зарезали. Вернули. Убили генерала? Не было сообщения. Да ну ты гонишь, что это? Вот один, который в отряде остался, это генерал убегает? Да. Через ворота выбежал. Смотри, через ворота выбежал. Господин, их военачальник мертв! Серьезный удар для врага! Все, военачальник мертв, сообщение пришло. Ой, тут 12 человек еще перебили весь твой отряд. И у меня 17 солдат сражаются. Дрогнули? Нет, не дрогнули. Сражайтесь до смерти. Вы же храбрые воины. Убивайте их. Давайте сюда. Нам нужно две головы военачальника. С этой стороны удержали. Враг бежит. Бейте их. Сейчас второго зарежем на военачальника. Ох, ё-моё, они с этой стороны заходят. Вали. Минус два еще. Второго военачальника не убили? Только одно сообщение было. Блин, второй бежал походу. Эти сволочи с другой стороны лезут. Я бегу туда. Да я туда кинул войска. Трындец, все трупы завалили. Я же говорю, отобьемся. Надо потом будет посмотреть, сколько замковые самураи нарезали. Тут ведь можно смотреть, да? Нет? Да. Посмотри потом и скажи мне, сколько я нарезал. А у тебя, наверное, тоже сообщение. А, может быть, да. А, все, нет, они бегут вообще, вся армия. Не вся, еще вот эти-то. Вперед! Заберем их коней себе! Всех побили, всех порезал. Дим вообще раненый бежит, по-моему. Вперед за трофеями бежит. Голова. Быстрее, я тоже убить хочу. Бегите. Прикажи лучникам больше не стрелять, а то они тебя убивают. У тебя тут посмотри, сколько солдат застряли у ворот. Все, завершено сражение. Так, сейчас посмотрим. Вижу, вон в воротах столпились. Такие застряли просто. Сейчас посмотрим, замковый самурай. Я вижу, что их 14 осталось, а сколько они конкретно убили, не показано. Все равно дофигища, наверное.
Высадились захватчики. Союз расторгнут. Да ты так еда. И огребли. Высадились и огребли. Пускай вас. Ой. Так, у меня сейчас война с Такэда. Ну, я вижу, что у меня выскочило сообщение. Союз расторгнут. Может, когда армию уничтожить, имбецилы на мир согласятся. Ну, потому что не с этим островом, блин. Надеюсь, я удержу их такой армией. Что? Что такое? У меня у союзников столица, короче, революция началась и все. Только надо отбить по-быстрому, я хочу их столицу. А, я флот хотел восстановить. Так у меня денег на это дело нет. Забрать у меня кое-что. Бывшие союзники. Я же говорю, они предадут их сильнее. Слово Божье. Привлечь на свою сторону народ Сикуси. Это привлекем как-нибудь. Там действует агент. Куда стоять? Чё ты дойти не можешь? Ну ты вообще? Я прям не знаю, как это назвать. Надо тебя найти. У меня уже шпион бежит тебя искать. Что-то он уже давно бежит. Я его только отправил. А, я проще тебя сам найду, наверное. Я надеюсь, я успею добежать до Фукусимы, блин. Чё, не успеваешь? Да фиг знает. Хотя у них тут дофига кавалерии, а войск особо таких нету. Я их со стен поскидываю. Союзники, блин, пошли вместо того, чтобы мне помогать, к своей столице, которую захватили. Правильно, своя же столица. Ближе, так сказать. Вот путь меча у меня еще не выучен. Вообще не порядок. Шпион идет, ищет потихоньку. Порт заблокировали. Лично сражаться будешь. Лично сражаться. Ну поехали. Там пулемет Гатлинга, это вообще такая имба. Ну это понятно, его скушит. Нифига, что я могу сделать. Только не нажимай готовы. Да не нажму, не нажму. А интересно, кого-то они могут? Так, покрою все. Сюда встаньте. Я
Атакуют именно они, да? Или ты? Атакуют они. Здесь кисюки, кисюки. Иди сюда, Ктейк. Ктейко. Вот так. Не трожь микрофон. Что там расставился? Блуд сейчас в траве. Блуд в траве. Да. На горе хочешь окопаться, что ли? Да. Хитрый такой. Хотя вот... Вот фиг знает, вот смотри. Можно, в принципе... Сейчас попробуем тактику. Супер-пупер тактику сделать. Вы вот так встанете. Вот эти встанут вот так. Так. Ну, выглядит, конечно, красиво сама карта. Что-то еще. Опа. А вон я и город, по-моему, вдалеке вижу. Да, кстати. Только почему-то они напротив города стоят. Они его защищают от тебя. Ты там додумал, как расставить? Еще... Всех в одну толпу ставь. И бей как-нибудь, как повезет. Кривые сосем. Блин, кто-то не стратегия, какая-то это. Типа Обливиан или это сам Скайрима, блин. Серьезно, такой графон вообще. Так, генерал сейчас будет еще немножко. Фух, все, с нами бог. Не слабо там. Да там вообще целая армия, я офигеюсь. Кстати. Я что-то так подумал, но... Решил сделать вот так. Чё ты там такого задумываешь сверхсекретного? Ох ты, нифига себе, а доски откуда взял? С собой принес. А чё, могут доски выставлять? Я только что увидел это. Нифига себе. Походу могут. Ой, это что такое появилось? Доски от конницы, что ли? А, это ты что ли какие-то пластинки... А, не показалось. Чё это такое еще было? Какие пластинки? У самураев, ой, у людей вообще, у воинов. Садники. Сигару. Хорошо, оставим их. Сюда отправим. Вы лучше отойдите сюда. Ага, у тебя три генерала, что ли? Нифига. Мог или один. А не один генерал. Оказалось. Бывает.
Смотри, куда их конница пошла, вот куда. Хрен. Всю тактику у меня сломали своим построением они. Вот что это, куда конница пошла? Че она хочет? С катанами, а че не сюда-то пошла? Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Генерал увидит. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Предлагаю вам почетный мир. Это хорошее предложение. Ладно, хрен с ним, с этим синим. Тем более у них одна провинция там. Нет. Мой агент пилит вперед. Да, кто же вы, сволочь, сколько? Это все за желтым за этим гонять, ему город что-то мало. Ух ты. Что такое? Ну-ка, мне интересно, что это? Так, сколько стоит? Содержание 130. У меня было плюс 2000 и стало плюс 346. Торговый путь перерезали.
Хорошо. Петухи. Везде стройки идут, да? Или почти везде. Корабль построен. Это хорошо. Лучников немного не помешает. Так. Все. Ну, армию можно выводить к границам. Наконец-то. Так, а где все священники? Так, ну один тут, правильно? Нет. Так, а где второй-то? А, вот, ё-мо. Нашел. Сопротивление захватчикам, ём. Так, мой шпион где-то уже в районе столицы, по идее, должен шарохаться. Угу, почти дошел. Ему дорогу перегородили, два пенька каких-то. Сидят. Давай расчет. А что, боишься проиграть, да? Ага. Я примерно знаю, где ты сражаешься. Мне вот интересно, я по расчету выиграю? Я не знаю твой счет, выиграешь ты по расчету или нет. Ситуации, что здесь происходит? Ага, ворота вообще вынесены в хлам. Все побито, поломано. Ну их тут прилично. Стена фронта, тут смотри, короче, лол. Стены раздолбаны. Ну я и смотрю, что полностью. Все раздолбано. В хламинушку все. Просто. Так. Ага, вот ворота открыты. Да, походу я не ту запустил дирекс. Чё, начинаем? Сейчас мы разомкнуты строим. Разомкнуты строим. Разомкнуты строим. Разомкнуты строим. Начинаем. Ух ты. Давай на максимум скорости. Ну давай. Вот так. Ой, пауза.
Бля. Что такое? Хотел проскочить и не проскочил. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Вижу, ты их разбиваешь. Там. Ага. Разбиваем. Вон у ворот. Бегом, генерал, отступай. Вот это было тупо. Кондицы ты наш штурм город. Здесь, по идее, режим просмотра должен быть, как с камерой, да? Где-то. Ладно, так. Ой, короче, проиграл. Тупо, тупо, блин. А, я думал, я успею проскочить Господин, в город, а они со вторых ворот зашли. Близок час я вашей славной победы! Генерала убили. А если бы они сразу в городе были? Так было бы проще, если бы они в городе были. Тут они как что-то... В рукопашном? Да. Чё, блин, такое? Чё они все лезут? И давай на полную скорость. Ну, давай на полную. То они там идут. Угу. По-моему, они не собираются идти. Ну, а я-то тут при чём? Идут, смотри, какие голубые, а. Французы. В лесах спрятался хитрый. Замыкался, да, спрятался. Что-то они ждут, по-моему, но что-то не знаю что. Еще никуда не моих самураев видят прям. Ну, может, и видят. Такие, нет, туда мы не пойдем. Ты чё, они стоят, я не понимаю. Провоцируют. Чем? Тебя. Как? Вот что они? Что они пытаются этим сказать? Иди сюда. Взяли и напали. Собрали лучников, встали на горе и что-то ждут. Что-то задвигались. Убегают, наверное. Чё, куда они пошли? Обратно на гору пошли.
Как-то они, как-то они подходят, вот, что это? Они заблудились. Опять на гору встали. Что это такое? Они так по чуть-чуть подходить будут. Генералы пошли куда-то. По малёху, да? Куда их генерал пошел? Что это такое? Опять пошли куда-то. Ждем. Не, опять на гору пошли, что ли? Куда они уходят, я не понимаю. Готовый комментарий. Да, они в конец карты пошли. Они атакуют. Что с ними не так-то? Они в лес просто, может, не хотят. Я вот так вот прям вот в центр выбегу сейчас. Побежали. Провоцирую, может, их так. И они решат нападать. Ну, он весь спровоцировал. Все, отходим обратно. Вот так вот перед глазами еще встанем. Вот так вот. Чтобы видели нас. Что с ними? Укуренный. Я не хочу нападать. Ну, господи, ну что это такое вообще? Господи. Что, скорость, может, нормальная? Давай нормально. Метатели так пошли. Нет, что они хотят? Ох, ни хрена. Что это такое? Что это такое вообще? Убить их. Это что-то с чем? Да что это такое вообще? Что вы так медленно идете-то? Наши бойцы бегут с поля боя! Бегом. Какой позор! Вот они долбанули. Да капец, это вообще как называется это? Где наш полководец? Я что прозевал-то? Наш полководец в опасности, мой господин! Бегите, полководец, да господи.
А, полководец решил свалить. Господин, их военачальник мертв! Серьезный удар для врага! Я так понял, что-то они хотели обсудили. Не, ну гранаты это вещь вообще. Это, блин, да как это вообще? Мне понравилось. А мне нет. Я все такие же солдаты. А представь, если их не маленький такой отрядик, а вот как копейщиков 120. Опять какие-то и тут, блин. Как в таре. Наши бойцы бегут с поля боя! Бейте, какой позор! Смотрите, кавалерию вражескую. Вперед! Стремительная атака. Смотри, как побежали пикинеры. Кавалерия от них. Ну я бы тоже на пикинеров бы не побежал. Сзади. Помогите, спасите генерала. Окружаем кавалерию. Вдарите. У тебя... Это, по-моему, не кавалерия. Это пехота бежит. Ну, гранаты это вещь. Надежды нет, господин. Битва почти проиграна. Хочу себе таких солдат. Я не хочу таких солдат. Замки оборонять. Ну, фиг знает. Наконец-то до меня ход дошел. Так, что нам нужно, чтобы построить вот таких-то хреновин стреляющих? По-моему... Ага, мы их уже можем строить, надо только здание специально. Да, где там мой шпион? Он тебя вроде искал. Пипец, блин. Дипломатия, дипломатия. Может, этот остров угомонится и на мир согласится. Что ж, черный говорите. Это? Тоса? Да, это желтый, который у меня выселился. Ваше предложение в лучшем случае унизительно. Короче, тебе он принял его. У тебя же там армия целая. Все, война закончилась. Так я не хочу, чтобы он у меня где-нибудь в ТО опять высадился. Так он у тебя захватил вроде провинцию, нет? Нет. Мы же отбили ее. Ох ты, нифига себе, ничейная контрольная точка. У меня тут тоже такая есть. Я вот с ней сражался только что.
Эти дикие дома разорвали союз. Хёдзю и Такеда. Их выбор, что хочешь сказать. А, Хёдзю, это вот они со мной, потому что я им мир предложил. Ох, нифига себе, у него в союзе сегуна. Но кого? Даже и мечтать на которого я напасть хотел. Испугался? Проблема в том, что у сегуна-то союзников дофигища. Так а он позвать не сможет. Ну, рискованно это дело сегуна-то атаковать. Ну, лучше не атакуй пока. Я не приду. Я вот сижу возле его города. У него, в принципе, один стек всего солдат. Кого? У этого гада. Там у Сёгуна, по-моему, 2 или 3 стека. Пока на... Ну, этот красный гад, он скоро по острову сожрет, если его не атаковать. Лучше бы сил подкопил. Я тогда черного атакую. Вот это. Атакую. Займешь провинцию, я тебя увижу. Сейчас войска, этот самый кораблики туда подгоню. Фу, хорошо, что он заключил мир. А у черного союз. Кто такой он вообще? А, вот. Тосякабы? Да, Стасикава. Нет у него союзника. Он только с кем-то воюет. С красными, по-моему, с ним-то что-то. И тут ничейная точка контроля. Это ж вообще... Там вас этот... Ой, повстанцы в городе. Получен шелк. Умидзио. Ну ладно, высадимся тогда на острова. Сигуна-то почти высадиться можно. Но интересно, как союз там не захочет. Такие слова. Боже, он что-то почуял. Говорите, но даже и мечта. Союз неприемлем, да? Ну значит война. Где мне тебя высадить? Тут-то только. Соре вадекимасен. Ха-ха. Са, сусуме. Ох ты, доход-то как сразу повысился, как я торговые точки занял. Я не торгую. С европейскими варварами. Да я с Китаем вообще торгую так. Ну-ка, допустим, вот так. Ох ты, нифига себе! Ты. Каждый корабль по 200 монеток приносит доходу. Да, идем на черный. Расист. На негров. Так, ладно, подкопим денег и построим все-таки иностранный квартал. Там можно иностранные торговые корабли будут строить. Они наверняка больше денег дадут. Где он? Так, как тебе строительство? Ну-ка. Не то. А, можно их найти только через эту.
Торговое судно. Где тут иностранное торговое судно? Можно ж как ты, сволочи. Я вижу. А, вот, не туда заглянул. Нифига себе, пушки можно будет нанимать. Хочу пушку. Можно португальцев нанимать, но это не нам. Но вот иноземное торговое судно. Чем оно от обычного отличается? Ага, они пушками оснащены. О, нифига себе торговцы. Освоили знания, путь моря. О, на службу наняли кого-то, это хорошо. Стремительное развитие, ускорение всех знаний плюс 50. Где тут новый генерал? Пущай сюда, наверное, пока дышит. Порт. Наконец-то квартал начали строить. Ты уж забыли про него. Как тут высадиться вообще? Да, война, высаживайся. Да вы, кретинообразное создание, сказал высадиться. У имбецио. Так, я там корабли хотел посмотреть. Так, это у нас торговцы? Да, торговцы. Так, а вот этот торговый порт надо будет отобрать у них. Иначе вообще не будем. Агрессор. Да, он противнику принадлежит. Хотя ты все можешь списать на религию. Ну, типа, во имя Бога. Ну, в принципе, да. Когда ты уже захватишь что-нибудь? Я уже высадился. Но не захватил. Ну. Он при высадке сразу теряет ход. Типа, в следующем ходу будешь атаковать. Он возле столицы чуть тусовался. Тоно, гоёу де гозаймаска. Тоно. Сме. Скимашта. Это кто-то эти? Отскайшимас. Это торговец. Отскайшимас. Ха, тоно. Блин, на нормальный порт деньгов не хватает, да? Ладно, изучить, что здесь за вражеские войска. Тут строится. А, мы еще денег чуть-чуть и замок тут укрепить, да, подкопим немножко. Остается только на маневренности надеяться. Блин, туман, ёперный твой налево, ни хрена не дать. Там пропустить можно, нет? Нет, нельзя. Остается только отстреливаться. Еще течение мешает. Будем надеяться, что их тяжелые корабли не смогут у нас прям так впендюриться. Радиус стрельбы. Блин, я в этом тумане даже радиус стрельбы не вижу. Вот, ага, вон вижу, достаточно вроде.
Главное использовать ветер, все на пользу. Ну, стреляйте. Ага, они развернулись, и мы развернулись. У них тоже луки есть. С какого, спрашивается? Ну, у нас больше. Или нет? Вот, у них больше. Вот сволочи. Тут никакая маневренность, значит, не поможет. И у меня ж не варяг все-таки. Только не подплывай к ним близко. Они тебя на абордаж возьмут. Опять мать. Лучники 50-52. Лучники 30. Лучники 30. 29. 28. 27. Нафиг, линяем отсюда. Не можем линять, охренеть. А таран возьми, да и все. Они не могут. Попробуй. Таран там идти. Обстреливай тогда один корабль. Давайте, мудаки, на таран. До конца. За сёгуна. Давайте, имбецилы, разворачивайтесь. У врага тут они бегают, везде бегают, чё-то. Твои стоят на месте, стреляют. А нет, у меня тарана нет, это не таран. Ну один хрен на абордаж тут-то. Они так-так сдохнут. Всё, противник... О, всё, ты готовишься на абордаж брать. У противника тут солдаты подготовились уже. Генерал такой стоит, капитан. А мы хоп и обманули. Че, не пойдешь? У них такие еще, знаешь, корабли прокачанные. Позвание. Ну, блин, я что-то не рассчитал. Я не думал, что они сами в атаку попадут. Я хотел просто разведать. Придется тяжелые корабли брать. У тебя есть такие? Ну их можно построить, как-то. Им-то дальше до порта в ремонт бежим. Ты их особо так, знаешь, не побил. Ну один хрен, потом против тяжелых кораблей они ничего особо-то не сделают. У тебя даже защиты просто нету, а у них вот целый такой. Ну, кто ж знал-то, а? Я думал, у них лучников нет, сейчас постреляем. Ага. Ух ты, тут даже когда попадают, стрелы остаются. У тебя тут столько стрел у врага торчит. Я не вижу. А, там у врага меч. Вообще не смотри, да. Ты перебьёшь. Блин, я хочу посмотреть внутрь корабля, но нельзя. Один из наших кораблей выходит из боя! Блин, у них внутри такая армия стоит, такой отряд, короче. Все, наши корабли бегут. Давай на максимум скорость. Да, вроде бы они сбежали, ну-ка. Нет, утонули все-таки. Ну и хрен с ними. Покушение опять. Тебя не любят. Но не удалось. Да это вот они, два гадских шпиона сидит. О, я сейчас найму этого Мацуки, пускай он за ним гоняется. Так, мы тут можем нанимать самураев с луками. Отлично. А куда нам вдарить? Мне ж не видно, где у них войско есть, где нет. А вот и большие корабли построились как раз.
Ну-ка, ударим по ним. Чего? Это как так понимать вообще? Блин, надо было тут оставить, а потом вот этим. Кто ж знает? Блин, я вообще копил на замок. Подорвали когда. Так, армия, армия. Так, пожалуй, возьмем. Нафиг генерала не нужны, возьмем автоматчиков наших. Из пяток самых прокачанных бойцов. Напали? Ну не одни, так другие, пираты напали. Ну зато у них торговые суда, мы наверняка можно в плен взять. Жми авто. Что? Что вообще происходит? Я не... Сволочи, нам, у меня было преимущество. Подозрительная смерть. Еще и генерала убили. Господи. Дозу гумерео. Тоно, これでおしまいにございますか？いつでも戦えますよ。進め！太陽進めておきます。おはよう！Я, видать, на их столицу наткнулся. Не вариант ее пока брать. Тоно, ご用でございますか？さらなるご命令は。Тоно！Мы можем отправить своего? Нет, это не пока заинтересен. Ну, конечно, хорошо там на границе замок будет прокачать, но придется на вражеском острове прокачиваться. Потому что там храм придется строить. Это как понимать? Ой, чудовище! Нифига они тут трех ниндзей прислали. Ладно, сюда пойдете вместе, нанесете эти. Как-нибудь. Да уж. Вообще... Я думал, пираты обычно не нападают ни на кого. Ага, они не нападают. Творят беспредел по-черному. Беспределят. Ой. Ну хоть развиваемся потихоньку. Потихоньку. Ан, скоро я агента к ним на острова зашлю. Ты уж захватишь их к этому времени. Ну он же должен их религию перекрасить. А, да, тебе же еще религию целую переделывать. Есть, хорошо. Вот было минус 60. Убил их противника. Стало плюс 2000. Доход? Да. Они, наверное, у тебя на территории чудили.
Они у меня на торговые пути нападали и ломали все. Ага, только предают очень удачно. Меня пока только один раз предали, и то потому, что они были жалкие. Я их скоро уничтожу. Они мне войну убьют. Вот. Да блин, урод, когда ты хоть кого-нибудь поймаешь? Упустил агента, упустил агента. Умейте, кудасай. Тоно ни ками но го. Мина но кокоро о хитоцу ни. Сме. Вага катана ва тоно но моно. Омейрэй о мачи моуши агемасу. Так, что касается на армии. Оцукай шимасу. Ну, допустим, еще чуть-чуть поднанять. Отскайшимас. Кое но итари ни зонжимас. Хап, тоно. Кое но итари ни зонжимас. Еще парочку, думаю. И можно атаковать. Как сюда попал? А, во как. Ладно, атака на столицу отменяется. Жми автор. Выдающийся дом у нас. У меня тоже. Так, все, осталось две провинции, остров наш. Потом еще третья на маленьком островке. И все, и мы подчинили их. Ох ты, а в некоторых городах ты хорошую так мораль поднялась. Еще бы она не поднялась со сниженными-то налогами. А на сколько у тебя налоги поставлены? На двойки были. Ну а сейчас? Сейчас на тройке. Нифига ты. Все из населения выкачиваешь. Средний, да. А у меня не хотят платить. Только восставать хотят. Диверсия, сволочь. Ну и начальник поправился в армии. Да что, сколько можно? Что их армия? Да ты грёбаный мудак, хоть кого-нибудь поймать может? Да не туда! У тёсака бы чем-то провинция на Крым похожа теперь.
Ты мой дом еще не нашел, нет? У тебя сообщение не выскочило. Нет. Ого, это самая богатая провинция, которая у меня вообще есть. Нажми А. У меня нет ничего. Вот теперь? А, вот теперь есть. Сейчас, прикинь, проиграл. И стрелковое оружие ты видишь. Авто. У тебя генерал повысился. Так, армия. Так, войска мы нанимать пока не могем. Вот они все волчи. Опять на моем торговом пути шалят. Авто. И пойти с ними разобраться. А то бурагозит там, понимаете. Отскайшимас. Береговые батареи надыбались. Так. Ты на что надеешься такую толпу атаковать? Да не я атаковал. А, не, ну ты мог отступить. Я отступил. Они догнали меня. Двери такие по бокам пробили. Я готов сражаться, давай. Так, как-то брать на абордаж? Там кнопочка такая есть. А, все. А когда нажимаешь абордаж, нужно выбрать корабль? Ну, да, по идее, нажать на корабль. А, да. Ну, давай на максимум скорость. А теперь на этот фигню не ставь. Так. Какие следы от кораблей, вот там мотор корабля. Откуда ты парусные корабли надыбал? А, там можно такие строить. Помню. А, так. Так, вы сюда, ты идешь. А, абордаж вот сюда. А, это торговое судно, блин. Я думаю, что за трихомудия такая.
И смотрим, что получится из этого. Пытаемся захватить все корабли на абордаж. Попытка, не пытка, чё ж. Пускай хоть что-то будет. Вот что-то у меня корабли какие-то медленные. Они где против ветра идут. О, май гад. Ускориться-то вы можете. Один уже минус. Чё такое? Бегом. Чё это уже боится? Да потому что это торговый корабль. Давай на максимум скорости, будет что будет. Давай. Будет что будет. Потерял ты корабли свои. Ну, мне интересно посмотреть, как они абордаж производят. Канаты какие-то. Ага. Есть такое дело. Чего один твой? Один из наших кораблей выходит из боя! Твой торговый корабль потопил ихний. Ты ж вообще ни в какие ворота. Абордаж, только не на абордаж. Взяли на абордаж на корабль. Уроду. Все. Ну я потопил, у них тут. Потопил, но взял на абордаж. Так, подозрительная смерть. Повышение уровня. Традиции, чтобы до традиции. Ух ты. Только попробуй проиграть, зараза. Ага, он ушел. Я же его найду. Куда ты смылся, его найти не надо. Вулканы, вулканы везде, блин. Ох ты, пушки! Хочу пушку, на пушку буду копить. Пушку боюсь питать, это как говорится. Чё, не нашего агента того? Каюкнули? Да. Ох ты, у них тут и армия здоровая. Дойдут до города? Да вот хрен их знает. Послать помощь в город. Да почему вы из города-то выйти не можете? Имбецилы, криоты. Слов нету на этих прямо. Чё-то
такой агрессивный-то? Ненормальных людей. Не ждите, что вам предложат. Вдарить, вдарить. Почему войска из города выйти? Вот, а? Ну, сволочь. Ладно, здесь. Нифига себе, у него тут генералов. Откуда столько? А чешуеть, сколько генералов понабрал. Еще эти кретины из города выйти не могут почему-то. Идеи можно было бы сюда, но... Вот что он атакует, этот кретин, мне интересно. Город, наверное. Или не сможет туда пройти. Я надеюсь, не сможет. Блин, вот так... Вот такое вот решение. Конечно, может было его в бою встретить, но... Как-то конница у него до хренища, не больше. Да, с другой стороны, конница одни генералы, но... Много лучников, словачны. Одни лучники, считай. Они будут от тебя бегать и стрелять, это такой бред. Диверсия, блин, покушение. Неужто я из города выйти теперь могу? Сейчас-то они отгребут. Тоно, гомерео. Оусено тори. Вот мой агент от старости кони не видит, пока до тебя дойдет, ему уже 48. Господи. Он у тебя медленный какой-то. Ха-ха. О, Тоно сама. А он где у тебя идет-то хоть, скажи мне. А вон там какие-то... Наш агент обратил противника в свою веру. Так. Сейчас скажу, кто это такие. По территории Сицуи идет. О, ну он почти рядом. Пускай лучше по нижней линии идет, вот где там... По берегу. Снизу. Он по центру сейчас. Ему один... Не, по центру не... Нафиг, по центру. Пускай по нижней линии идет вот вниз. Ну сейчас я его найду. Тоно. Но по нижней линии, так по нижней. Пускай к нижней бежит. Тоно. Мури де гозаримас. Тоно. Мури де гозаримас. Интересно, я ему сейчас накостыляю всеми своими армиями, все объединю. Что-то он больно какой-то крутой. Я хоть экономику сделал. Да, пускай огребает змея в тобой. Почти поражение. Ну и ему армию я покромсал.
И он тебе там не меньше. Ну а по-другому тут никак было. Аж больно он какой-то прокачанный был. Пойду вот этим пока. Да, дети торговцев денег-то нормально приносить будет потом, в будущем-то. Кто такие торговцы? Фуф. Все, сейчас буду армию создавать. Боеспособную. Так, его войска сейчас потери понесут от зимы. И добить обязательно добить. У меня 5. А, он его арестовал. Твоего монаха? Да, но он скоро вернется на службу. Вот этот идиот свои войска заместо того, чтобы спасти. Тут оставил. Господи. Ну его проблема. Потом мы ему вдарим, он-то тут лечиться не может, а вот мы... Так вполне. Ах ты сволочь, порт не заблокировал. Да я тебе сейчас... Ах ты же, нет. Порт у меня тебе блокирует. Мне этот порт, блин, 1500 денег приносит. Правда, денег ни хрена не осталось. Ну что делать нечего, надо ждать, пока армия восстановится. Опять что-то диверсия в армии, то сколько можно, я говорю, что мстя моя будет страшна. Жми, а. Сколько у тебя этих с ружьями? Целую армию создал? Почти. Нифига. Ёбаные сволочные агенты. Что такое? Опять кто-то порт блокировал? Чё за фигня? Нет. Стойте тут. А, точно, я ж там налоги пока убрал. Что-то хоть исследуется-то. Ага. Да я посмотрел, что исследуется.
что они там все у тебя околачиваются, эти европейские страны? Ты сюда плывут. Ага. Пускай плывут к тебе, потому что я-то синто-буддист. А, что ж, мы добьем этих сволочей. Офигеть, твоей армии. Опа, у меня сразу офицер там появился. Вот и армии. Совпадение? Не думаю. У тебя там, наверное, из этих, с ружьями чувак появился. Нет, другой офицер. Красный в маске с усами. Нифига себе. Модный. Модный приговор на первом. Скрытая реклама. Не смотрите эту фигню. Она вредна. Ага. Сидит там, сам смотрит, наверное. Я телевизор последний раз, наверное, года два назад включил. Я, кажется, тебя нашел. Ага. Ой, я тебя тоже вижу. Зеленый такой. Да, ты. Вражда. Откуда они знают, вражда или не вражда? На тебе торговлю. Излагайте все четко и быстро. Ты закрываешь? Вам здесь не очень-то рады. Ой, че, да. Сюда я пи***то нажал, давай. Торговля между... Ооо. Че ты еще хочешь? Итак, что же вы хотите мне сообщить? Неужели какую-нибудь мерзость, которую... Да. Че-то мне как-то с тебя, хотя... Ну, нормально денег идет, ладно. Че еще там спросить? Не то, не то, не то. Хорошо, не то, я дам вам шанс, ладно, и выслушаю. Кстати, то есть у тебя тоже неплохо денег-то идет. У меня доход уже 3,5 штуки. У меня 5100. Ты там факторию захватил наверху? Я не захватывал фактории. А че так? Меня оттуда выбили, я флот весь потопил, и все. Вместе с людьми, которые проиграли битву. Утопил своих солдат, ах ты. Они сбежали, предатели. Ну-ну, сбежали. Так, мне вот интересно, кто тут в фактории сидит? Я их прям в море отвез, потопил. А сам на лодке уплыл. Ага, черный тут сюда. Чего ты тут уже влез? А, не, это не ты. Я думаю, что у тебя там рядом с Сёгуном провинции. Чё они все где-то плывут? Пускай сюда бегут. Европейские торговцы. Жалкие. Европейские варвары. Ты ко мне ниндзю послал, да? Да, ты что думал? Вообще он найдет твоего самого главного генерала и пристукнет его. А он у меня уже мертвый. У тебя другой самый главный генерал там должен быть. Нет, у меня нет самого главного больше. Ну, да. Надо развивать эти самые фермы. Этих сволочей черных. Выкину. Нигеров. Жми авто. Оп, сколько пленных корабликов ты взял. Так, войска-то надо строить по-любому. Пушку хочу. Опять замечен вражеский агент. Ждоб его. У меня так в стране ни одного агента нету. Перекосил. Что они не ремонтируются на
топами. お命じください。いつでも戦いますぞ。お命じください。さらなるご命令は世に用はないのか。他に何かないのか。Да откуда у них столько элитных войск-то? Идите вас 30 раз налево. В общем, реально элитные войска. Какие? Сейчас скажу. Короче, одни самураи. У меня тоже такая армия есть. Ну-ка, может, все-таки на мир пока согласятся? Мне пару ходов. А там 20 ходов придется ждать. Итак, что же вы хотите? Или у тебя честь дайме упадет? У него и так чести уже никакой нет. Все, я мир заключил. Или он сменился у меня? Ну-ка посмотрим. Да, нифига у меня дайме. Не сменился. Такой же бесчестный. Коэно и Тарини Дзонзимас. Окенто, Экое Мукете. Зато теперь можно подготовиться к войне с красными. С какими красными? Бледно-красными. Ну я таких не вижу. Это выше тебя, которые? Да. Ну я их не вижу. Только надо сначала войска установить, здание прокачать. Я с другими красными воевать буду, я с Такэда вот буду воевать. Воюй, как раз поближе сюда переместишься. Контроль над Сигуном надо захватить. Потому что без разницы, какой дом над ним контроль установит. Я думаю, если я захвачу Такэда и Магаву, то Сёгун мне войну объявит. Скорее всего. Так что? Надо, кстати, посмотреть величие дома. А то я не знаю, что величие. Какой-нибудь там нищебродский дебил. Величие дома, выдающийся. Слава дома зависит от участия в сражении, захвата провинции, а также чести даме и других факторов. Кстати, сколько ему лет-то уже? Пенсионер, когда копыта откидывает, думает. 49. Господи, я же говорил тебе, как его убить. Да я, блин, что-то... У меня вот погиб. Да пришлось бы рукопашки управлять, а там видел, сражение непростое было. Пошли его просто одного в бой там, без охраны. Против, ну, кого? Против любого врага. Так, а тут что? Оно, конечно, хорошо. Наниоя. Так, а где мне задание дали? Оружие справедливости. Нанять Мацуки. Да, он мне как-то особо и не нужен. Просто ты европейская марионетка. Сам ты европейская марионетка. Толку мне от него. Если он один хрен нифига сделать не может. Ты боишься всех, поэтому вот. Почему здесь нельзя, например, вот высадиться там, не знаю, в Корею? Я могу кисюнинзи нанять, то есть отряд ниндзей. Целый отряд, который будет сражаться? Да. На поле боя? Да.
Ничего себе. Я их найму. Чё они, сильные? Ну, они из засады бьют, там, скорее всего, с наскока. Сзади, да, как крысы? Как... Я бы сказал бы как-то. Как ниндзя, скажи, да. Как ниндзя. Это ты там уже собственную культуру предал, отказался от них. Я? Это ты христианство принял? На культурные памятники. Продался. Скроем. Продался. Ну-ну. Ага, еще скажи секреты технологические им продают. Че, мы везде прокачали, что ли, эфир? Не везде. Можно еще прокачать. Эти огромные смертоносные пушки могут наносить серьезный урон. Все, пушки построили. Ой, агрессор. Вот у меня проповедник воскрес. Агрессор. Да кто бы говорил. Самая агрессивная нация мне говорит. Нет, я не самый агрессивный. Самый агрессивный, самый агрессивный. Не отмажешься. Что ж, надо армию подкопить, что почти готово, и атаковать этих черных. Какой же ты расист. Кто бы говорил? А чё? Человек светло-синего цвета. Я темно-синего цвета. Ну это еще не доказано. Это меняет в корне. Это не доказано. Нужно обнаружить на поле боя. Они способны тихо прикончить человека и вернуться к своему. Отлично, два отряда ниндзей нанят. Они, кстати, вовремя войну объявили. Я закончил формирование армии. Хотя я думал, у меня будет еще два или три хода. Ой, я нашел твоих врагов. Которые красные, сверху тебя. Рома. Чего? Че делаешь там? Войска переправляю. Ты так молчишь такой, что-то там задумал. Да. Как ты догадался. А сколько вот у этих, у розовых, которые сверху тебя, провинций? Дофигище больше. Посмотри в этой дипломатии. Так. Так, 15. Вот блин, надо с ними воевать будут потом, разбираться. Пушки, пушки. Так, отлично. Испытаем их в бою. Так, там что, наши фермы-то развиваются или что? Потихоньку вроде строятся.
Опять попытка заключения. Нападение на морской путь. Баба Якидзе. Юкидзе. Дома. Рома, где у тебя тот убийца, которого ты ко мне послал? Мор, блин. Да где ты тут шарился? Вот она, чё. Хочешь, чтобы я красных потерял или зелёного? Ну, скажи конкретно, где? Суруга. Самая нижняя красная провинция. Блин, далеко. Тут ко мне просто красные пришли. Я потихоньку там... Ох ты, а красные с зелеными воюют. Ну, с этими, с Хатекаямой. Я понял. Так они союзники. Наши. А, союзники? Да. О как. Хатекаяма. А чё ты тогда возле их города состоит зеленая армия? Неспроста. Воевать будет, значит. Это явно не совпадение. Эти союзники с начала игры со мной ходят. Будьте осторожнее, Врич. Говорите. А со мной торгуют. Мое сердце неспокойно. Кто? Все. Мне кажется. Смотря на то, что кроваво-красные такие прям высвечиваются. Со мной не хотят. Что ж. У тебя товаров нету, интересно. Нифига себе нету. Говорите, наглец. Ну, не все торгуют, допустим. Да? Умные люди есть, которые от этого пользу получают. У меня только один дом со мной торгует, не считай вы тебя. Вы здесь словно честный воин. Это вот верные союзники. Или они не торгуют уже? Они просто ждут момента. Не-не-не. Они... Хотя они так терлись у моей территории, что... Страшно. Я почти готов действовать. Ну так и быть, 6 ходов можно подождать. Чтоб штраф не получить. А ты что хочешь сделать-то? Черных захватить? Угу. У них осталось-то 3 провинции. Захватывай. Фуф, с Богом. Даже расставляться не стал. Они со всех сторон идут. Давай пауза. Как орки. Я не могу ничего жать. Так. Кони в воздухе такие зависли. Это-то кто такие вообще? А, это лучники встали. Так, хорошо. Эти сюда смотрят, эти сюда смотрят. Это... Дай мне какой-нибудь отряд. Он замковых самураев под контроль. Буду тоже генералов со стен сшибать. Так, идем сюда. Генерала спешил. Да. Так это не генерал, это так. Конница обычная, что ли? Да. Обычную тоже спешивать можно? Да. А то я в этой компании так конницей-то особо много и не повоевал. Особенно, когда она предала чертову конницу и больше не строил.
Элита, гвардия, ну-ну. Ага. Все, так, погнали. Вода так прорисована прям. Очень красиво. Построение. Играем от дефа, пацаны. Я рашить. Если вот так вот камеру максимально приблизить, ты где-нибудь в поле поставить рядом с замком, получится какая-то ММО-РПГ. Корейская, а не стратегия. Ну тут стены нормальные, ответственные, потому что тех сам. Более-менее, по крайней мере. У меня тут чего? За рекой что-то делают, или что-то, ров. А. Типа да. Лучники такие кроваво-красные. Да, мне тоже нравится цвет. А за них, по-моему, нельзя было начинать, да? Можно. У тебя тоже не все перекрашены. Ну, у меня-то никакого цвета. Ну-ка посмотрим. Моя элитная гвардия. Где она там, твоя элитная? Бичи, обычные бичи. Усатые мои. Смотри, какой усатый. Где? Я скринчик сделаю. Друг друга не различают, для этого и шапки поставили разноцветные. Нет, игра не могла крашнуться. Да ну.